Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится устройство Samsung Galaxy S23 FE. И сейчас я покажу вам, как открыть настройки разработчика. Итак, для этого мы открываем приложение «Настройки», после чего проходим в раздел «Общие настройки». Нет, не «Общие настройки», а «Сведения о телефоне». Здесь нам нужно найти номер сборки. Переходим в сведения ОПО, ищем здесь номер сборки и нажимаем на него несколько раз. Мы включаем таким образом режим разработчика, выходим из настроек, из сведений о телефоне, и здесь у нас появляется параметр разработчика. Можем перейти в данный раздел, ознакомиться с настройками, которые тут имеются. Если вы захотите этот раздел отключить, убираете вот отсюда галочку, выходим, и раздел пропадает из настроек. На этом все. Спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.